Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Непогода и пандемия работе не помеха. Столицу региона продолжают расчищать от снега в круглосуточном усиленном режиме. В 2021 году резко выросло число россиян, которые используют для текущих трат кредитную карту. С чем это связывают эксперты, расскажем в новостях экономики. Что такое фэндомы, фанфики и вимельбухи? Какие книги предпочитают читать современные дети и почему взрослым это не всегда понятно? Спортивный триллер с неожиданной развязкой. «Динамо Самара» и «Норильский никель» сыграли в ничью. Реставрацией особняка Неронова займется Почта России, в чью собственность перейдет объект культурного наследия федерального значения. Здание на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской посетили губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Почты России Максим Акимов. Вопрос передачи здания с баланса Минобороны в пользу Почты России предварительно уже проработан. В будущем здесь планируют разместить первое в России многофункциональное отделение с расширенным спектром услуг и коворкинга. Опыт работы с важными архитектурными объектами в Самаре у Почты России уже есть. В прошлом году в отреставрированном доме купца Иванова открылась ретро-почта. Особняк Неронова был построен в 1840 году. Здание известно тем, что становилось собственностью купца Петра Шахабалова, но было передано в ведение территориального округа 34-й стрелковой дивизии. Во время военной эвакуации здесь жила Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. До настоящего момента особняк стоял заброшенным, несмотря на некоторые попытки Минобороны заняться его реставрацией. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает инспектировать, как в городе ведут работы по расчистке улиц и дворов от снега. Сегодня она осмотрела Куйбышевский район. Мэр проверила те адреса, жители которых оставляли свои замечания о работе управляющих организаций в социальных сетях. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. 16 единиц техники и 160 дворников вышли на уборку снега в Куйбышевском районе. В это число входят и сотрудники муниципальных предприятий, и представители управляющих компаний. Тем не менее, рабочих рук для того, чтобы расчистить все территории, хватает не всегда. А некоторые коммунальные организации вовсе не выполняют своих обязанностей. О таких случаях жители сообщают через социальные сети. Глава Самары Елена Лапушкина приехала на эти адреса, чтобы пообщаться с руководителями организации о причинах недоработки и поручила устранить все замечания в короткие сроки. Пока у нас передышка в погоде, я думаю, что за 2-3 дня, то есть до конца недели, к началу следующей рабочей недели, мы, скажем так, территорию приведем в порядок надлежащим образом. Планы у нас составлены в том числе и на выходные дни. Особое внимание глава города при объезде района уделил очистке скатных крыш и подходов к социальным объектам. Мэр отметила, что плохо расчищены дороги к двум детским садам – 269-му и 389-му. Были замечания и по кровлям. На некоторых домах опасно свисают снежные шапки и сосульки. Оценили работу управляющих компаний, посмотрели, как они устраняют замечания, которые поступают к нам в соцсети, и, в принципе, как спланировали работу. Да, есть управляющие компании, которые ответственно выполняют свою работу, видели технику, видели руководителя управляющей компании. Но, тем не менее, достаточно серьезное количество замечаний. Пока осадков меньше, у коммунальщиков есть время исправить все замечания. Работы контролируют районные административные комиссии и специалисты ГАТИ по благоустройству Самары. С 3 февраля на недобросовестной компании составлено более 50 административных протоколов в Куйбышевском районе. Еще почти по 100 случаям их также оформят, если управляющие организации не проведут оперативную работу над ошибками. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Последствия снегопадов профильные службы продолжают устранять в круглосуточном режиме. Этой ночью из снежного плена освобождали улицу Старозагора и другие участки улично-дорожной сети. Тему продолжит Мария Левина. Сегодня в ночь задействовали 287 единиц спецтехники, из них 138 – это самосвалы. Когда трафик автомобилей сокращается, подрядные организации проводят работы по расчистке проезжих частей и погрузке снега. Одна из улиц, которую освобождали из снежного плена этой ночью – Старозагора. Ранее комплексно отремонтированная по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В данный момент ведется расчистка улицы Старозагора, которая была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Данная улица относится к дорогам второй категории, поскольку имеет высокую пропускную способность, а также по ней интенсивно ходит общественный транспорт, имеется социально значимое учреждение.
Специалистами нашего учреждения осуществляется ежедневный контроль за содержанием уличной дорожной сети. Во время проверки оценивается каждый элемент уличной дорожной сети. Это проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Служба благоустройства продолжит работу в усиленном режиме. С начала сезона со всех территорий города было вывезено около 250 тысяч тонн снега. Для Михаила Кличенкова это уже 10-я зима, когда он занимается расчисткой улиц. Отмечает, что не припомнит, когда в последний раз было настолько много работы. В начале февраля выпало уже больше месячной нормы осадков. Дорожным уборщикам приходится трудиться в круглосуточном режиме. Работаем почти без выходных. Круглые сутки. Вот сменщик днем работает, я ночью. Жителям помогаем, чтобы работа была. И добирались все без пробок, старались, чтобы и чистые пешеходы защищаем, чтобы чистота была, старались. Затрудняет уборку снега припаркованный личный транспорт. Самарцев в очередной раз просит своевременно убирать свои автомобили с обочин дорог и по требованию управляющих организаций освобождать парковочные карманы. Мария Левина, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Она свяжет районы Безымянки с историческим центром города. По проекту новая станция появится в районе площади Куйбышева на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, недалеко от оперного театра. Что уже сделано и какие работы еще предстоят, расскажет Ольга Хамракулова. Следующая станция – «Театральная». Продолжаются работы на 11-й и завершающей станции красной ветки Самарской подземки. Сейчас идут подготовительные работы. По улице Галактионовской убирают трамвайные рельсы, демонтируют контактные сети. В ближайшее время будут проводиться работы по переносу инженера коммуникации. С 7 февраля заключен государственный контракт на проектирование подготовительного этапа, в рамках которого как раз будут проводиться обследования геологии, специальное обследование в виде изысканий зданий. Копать начнут не в рамках подготовительного этапа, в рамках основного, это второй этап. Сейчас копать начнут только для того, чтобы вынести сети. Саму станцию отстроят открытым способом, то есть на перекрестке Галактионовской и Красноармейской появится котлован. У Театральной будет 3 наземных павильона с лестничным входом, пешеходные тоннели, 2 подземных вестибюля без эскалаторов. А вот по тоннелю протяженностью порядка 1600 метров пройдут под землей при помощи щита. Ориентировочное время старта таких работ – середина лета. Вообще известно по проекту, как будет выглядеть инфраструктура метро? Сама станция будет находиться прямо здесь вот. Выходы, получается, вестибюль, прямо возле театра оперы и балета. 2, ближе к Красноармейской. Щит в районе экскаватора пойдет в сторону станции метро Алабинская. А насколько вообще трудоемкая обещает быть работа? Очень. Очень трудоемкая. Очень много коммуникаций здесь. Полностью завершить работы планируют в 2024 году. Ожидается, что ввод в эксплуатацию новой станции увеличит пассажиропоток метро на 30%. Ольга Хмракулова, Николай Епифанов. События. Наш эфир продолжит рубрика «Новости экономики». Расскажет о них Виктория Шара. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. По итогам прошлого года россияне стали чаще использовать для расчетов кредитную карту. Значит ли это, что они стали беднее? По мнению экспертов, напротив, это связано с ростом потребления. А значит и с ростом уверенности в своих покупательских способностях. Сейчас расскажу о курсах валют, а затем подробнее остановлюсь на этой теме. Курс доллара на 12 февраля – 74 рубля 98 копеек. Евро – 85 рублей 35 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 91 доллар 33 цента за баррель. В 2021 году резко выросло число россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту. Это связывают с постепенным восстановлением потребления. Использование кредитного пластика увеличилось на 20,5%. В четвертом квартале прошлого года среди клиентов, бравших кредит, 16% уже прибегали к займам 4 и более раз. За 2 года пандемии коронавируса этот уровень вырос на 4%. При этом с апреля по октябрь прошлого года на 6 миллионов увеличилось число граждан, долговая нагрузка которых превышает 50%. Как подчеркивают эксперты, даже если этот показатель превышает 40%, это уже негативно сказывается на уровне жизни человека. Основными причинами закредитованности является снижение уровня жизни и доходов населения из-за пандемийного кризиса в 2020 году. Чтобы качество жизни оставалось прежним, многие прибегали к заимствованию средств в банках.
Росстат пересмотрел данные по денежным доходам россиян за пандемийный 2020 год. Выяснилось, что доходы граждан от собственности, включая дивиденды, оказались почти на 1 000 000 000 рублей выше, чем предполагалось ранее. А падение реальных доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%. Показатель денежных доходов включает в себя предпринимательские доходы, оплату труда, социальные выплаты и прочие денежные поступления. Все они подверглись корректировкам разной степени, в том числе со знаком минус. В рамках пересмотра на 34,5% увеличены поступления от собственности, главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам. С 2,7 триллиона рублей до примерно 3,7 триллиона рублей. В результате доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения достигла почти 6%. Это максимальное значение этой доли с 2013 года. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала возможность повышения стоимости путевок из-за нового законопроекта. Речь идет о страховании ответственности туроператорами. Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится, заявила глава ведомства. Догузова отметила, что законопроект не содержит предложений, создающих дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров. По проекту закона страховать свою ответственность будут только новые туроператоры и только в первые 2 года работы. Это делается с целью недопущения в отрасль фирм-однодневок. Нововведения принимаются в интересах отечественных путешественников и позволяют многократно увеличить защищенность их средств. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Фанфики, фэндомы и вимельбухи. Вопреки сложившемуся мнению, современные дети читают. Правда, порой предпочитают не то, чего хотелось бы взрослым. Надо ли настаивать на прочтении книг корифеев литературы? Или стоит порадоваться тому, что у детей и подростков есть альтернативные варианты? Расскажет Виктория Шаре. Мы с мамой из каждого города привозим книжку. Это из Москвы, это из Санкт-Петербурга, это из Турции, это из Чехии. И это не единственная семейная книжная традиция. Еще Алиса вместе с мамой перед сном каждый вечер читают. Правда, теперь, когда девочка пошла в первый класс, предпочитает делать это самостоятельно. А по выходным ходит в библиотеку, где Алиса сразу бежит в отдел приключений. Случаются они и с ней самой. У меня в библиотеке было приключение. Я получила там шрам. Я пролезала через дыру и ничего на нее считала. Встала раньше времени и рассекла себе лоб почти что до костей. И теперь у меня память на лбу от библиотеки. Вопреки расхожему мнению, и библиотекари, и детские психологи хором утверждают, современные дети читают. Вот только чаще предпочитают новых авторов, а не признанных мастеров приключений вроде Жюля Верна или Фенимора Купера. Я думаю, переживать особо не стоит, потому что уж очень сильно современная жизнь отличается от того, о чем они писали. Если, грубо говоря, предыдущие поколения до интернета еще худо-бедно могли примерно понять, о чем там писалось, почувствовать это на своем опыте, то сейчас поколение, которое растят тревожные родители, не пускающие никуда без телефона, ну какие там приключения, ну честное слово. Библиотеки от жизни не отстают, готовы предоставить читателям как современное пространство, так и достойное наполнение. Для малышей здесь есть книги с запахами. Стоит потереть картинку, на которой нарисован пирог, и воздух наполнит ароматы выпечки. Для тех, кто пока читать не умеет, в библиотеке есть вимельбухи. Вимельбухи – это книжки-картинки, которые не имеют текста, но это книжки, с которых может начать свою любовь к литературе, да, воспитание любви к литературе, даже самые маленькие ребята, которые еще не умеют читать. То есть совместно с родителями они эти книжки разглядывают, рассматривают. У младших и средних школьников популярны книги армянского автора Нарине Абгарян. Ее серия про шоколадного дедушку «Манюня». Любят они и сказки Свена Нурквиста о приключениях кота. Из отечественных авторов популярны Ирина Зартайская и Сергей Георгиев. Читают и самарского автора Викторию Лидерман. Ее книги сейчас переводят на разные языки мира. А по сюжету произведения «Календарь Майя» снимается фильм. Что касается подростков, то они порой приходят в библиотеку, чтобы почитать книги по совету своих родителей, но чаще предпочитают фэнтези или книги о сверстниках. Все-таки, да, классический язык литературы, он уже немного уходит от восприятия детьми. Им хочется, чтобы
с ними говорили на их языке. Им были знакомы слова, им были знакомы проблемы, хотя они и актуальны, и в классической литературе, но все-таки подростки есть подростки. Старшие школьники увлеченно читают детективы Екатерины Вильмонт и фантастические детективные истории Александра Иванова. Книги Натальи Щербы. У них также популярны серия книг «Часодеи» и серия Эрина Хантера о котах и воителях. Некоторые подростки предпочитают не столько читать, сколько писать. Фанфики и фэндомы. Это их собственное продолжение историй на основе определенных миров, к примеру, «Гарри Поттера» или «Звездных войн». Библиотеки готовы предоставить нужные книги и студентам. Если их не оказалось на полках, Центральная детская библиотека бесплатно предоставит доступ к фондам электронных библиотек. Виктория Шара, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. До Международного дня влюбленных осталось пара дней. Эксперты утверждают, каждый шестой брак сегодня начинается со знакомства в интернете. Еще 10-15 лет назад такое общение для серьезных отношений не подходило. Кто-то даже утверждал, что онлайн-знакомство – это несерьезно, а у интернет-пар совершенно нет будущего. Оказалось, с точностью да наоборот. Но как не ошибиться? Как оказалось, у любви есть свои инструкции и ключики. Их изучила Мария Левина. Более 17% браков в мире начинаются с интернет-знакомства. Каждый третий человек как минимум единожды знакомился в сети. Со временем эти цифры только увеличиваются. И это неудивительно, ведь общение в интернете – это удобно, безопасно и дает максимум свободы. Однако наша героиня Наталья Артемьева со вторым пунктом не согласна. Наталья не против онлайн-знакомств, но после своего неудачного опыта относится к ним осторожно. Несколько лет назад через один из сайтов девушка познакомилась с иностранцем. Полгода переписок, звонков, и вот заветное приглашение в гости – в Швецию. Недолго думая, Наталья собрала чемодан и отправилась в романтическое приключение. Однако избранник показал себя не с лучшей стороны. Он меня встретил, и единственное, что он обещал помочь снять либо квартиру, либо гостиницу. То есть мы это вот заранее проговорили. Но когда я к нему приехала, у него был первый день отпуска. И мужчина стал пить в неограниченном количестве спиртные напитки. В какой-то момент он начал очень агрессивно себя вести. Когда я вернулась, я начала вспоминать истории, которые мы с ним, ну, он мне рассказывал. Я поняла, что он не рассказывал истории, когда он себя агрессивно вел. Но я как-то вот решила, что ведь он же со мной по-другому общается. Ничего подобного. А вот в Институте исследований мозга утверждают, негативные последствия онлайн-знакомств скорее исключение из правил. Напротив, результаты общественных опросов говорят, что каждый шестой брак – результат знакомства в сети. Причем пары, которые встретились в интернете, крепче тех, что узнали друг друга в офлайне. Количество разводов среди первых составляет 6%, а среди вторых – 8%. Онлайн люди могут лучше узнать друг друга перед реальной встречей. Из частного общения, профиля на сайте и соцсетях, а также манеры разговора. После офлайн-знакомства остается много недосказанного. А как известно, человеку свойственно идеализировать тех, кто ему нравится. При реальном общении некоторые создают себе идеал, который в итоге рушится. Это подтверждает и Алина Кортикова, сваха с 13-летним стажем. К ее услугам прибегают как женщины, так и мужчины в среднем от 30 до 55 лет. Человеческие отношения – это не бухгалтерский там учет какой-то, где так и больше никак. Вот здесь творческий подход очень много значит. Сегодня в поле зрения человека, который ищет любовь, десятки сайтов знакомств и соответствующих приложений. Но все эти ресурсы – лишь площадки. Не каждый способен сделать первый шаг – завязать общение. Опа, смотри, первый написал. На помощь приходят брачные агентства, основная функция которых сегодня перемещается в коучинг. Я никогда не писала первый и не знаю, с чего начать. Помогите. Давайте начнем. Пишем «Добрый день, познакомимся, вопрос». Сваха вместе с клиентом выбирает подходящего партнера и выдает своему подопечному ряд инструкций, среди которых, как правильно переписываться, о чем и как говорить по телефону, как себя вести на первом свидании. При помощи специальных техник собирается информация о потенциальном партнере, которая позже проверяется, и если все сходится, то можно переходить к этапу обольщения. Чаще всего мужчины, которые обращаются к свахе, ищут своего человека, внешность роли не играет. Для женщин важно найти надежного и самостоятельного партнера. Очень часто люди знакомятся, женщина, например, хочет серьезные отношения, а мужчина отвечает на ее вопросы так, что я объясняю и показываю на примерах, что на самом деле он их этого не хочет.
А женщина свои чувства на него экстраполирует и думает, раз я этого хочу, и он этого хочет. Не разбирается в том, что на самом деле ему это, в общем-то, на данный момент не надо или именно с ней не надо. И поэтому она потом разочаровывается. Эксперты утверждают, счастливые отношения – это результат работы обоих партнеров. Безусловно, есть ошибки, которые довольно часто совершают как женщины, так и мужчины. Ухаживать надо за женщиной. Не надо сразу тащить в постель. Не надо думать, что если она вам сразу отказала, значит, с ней дальше дело не пойдет. А если говорить о женщинах, то здесь какие основные? Женщина сейчас часто уходит в мужское состояние. То есть много женщин зарабатывает сами, и они с мужчиной ведут себя как на деловой встрече. Любовь – это отдавание. Любовь – это принятие другого человека таким, какой есть. Любовь – это определенные поступки в отношении другого человека. И мужчинам надо больше любить женщину, а женщине больше уважать мужчину. И при этом условии тогда отношения складываются. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Уходящая неделя запомнилась самарцам не только снегопадами. Для радости всегда находился повод. Какой останется в памяти горожан, эта неделя узнала Гульфия Сафина. Чем хорошим запомнилась эта неделя вам? Не знаю, снегопады. Транспорт ходил неплохо, кстати. 47-й ходили хорошо, я добиралась быстро до Ставропольской. Всем хорошим, очень много хорошего. Ребенок выздоровел, в школу пойдем. Ребенок выздоровел, я очень рада. Она наконец-то пошла в детский сад. И она счастлива, и я вот отдыхаю с Машей теперь. Подготовка к дню рождения 13 февраля исполняется 80 лет. Приезжает внучка из Москвы с мужем и собакою. Не с правнуком, а с собакою. Вот. Подарки заказала на 23-8. Уже собраны. Так что настроение хорошее от этого. Тем, что я только что приехала из Москвы, и я очень счастлива. И сейчас я наслаждаюсь моментами в Самаре, потому что занимаюсь здесь любимыми делами и встречаюсь со своими друзьями. Когда борьба идет до финальных секунд, мини-футбольные клубы «Динамо Самара» и «Норильский никель» подарили болельщикам матч с захватывающей развязкой. В последнюю минуту игры ситуация на поле поменялась несколько раз. Кому повезло больше, расскажем в рубрике «Новости спорта». Едва успели игроки мини-футбольных клубов «Динамо Самара» и «Норильский никель» прийти в себя после первой тяжелой игры 10-го тура Суперлиги, как пришлось выходить уже на второй матч мини-противостояния. Его соперники начали осторожно, стараясь не рисковать, а играть надежно. До перерыва команды обменялись голами, лишь изредка создавая по-настоящему опасные моменты. После перерыва норильчане сразу вышли вперед. Сравнять счет самарцы смогли через 8 минут, но забить еще не получалось. Казалось, что матч так и закончится, но капитан «Динамо» Лялин за 15 секунд до конца матча решил пробить издали и оказался точен. Оставшегося времени сибирякам хватило, чтобы заработать штрафной удар и реализовать его. Итог – напряженная ничья 3-3. Самарцы остались на 6-м месте в турнирной таблице. Крылья Советов завершили программу второго тренировочного сбора. Заключительный сбор пройдет также в Турции с 13 по 25 февраля. У команды запланировано два поединка. 14 февраля самарцы сыграют с Рубином, а 19 февраля с Химками. 25 числа самарцы вернутся в Россию, а уже 27 февраля волжанам предстоит играть в гостях матч 19-го тура РПЛ против Ростова. Планируется, что игра начнется в 15 часов по самарскому времени. В первом круге самарцы победили 4-2. В американском Вашингтоне стартовали матчи квалификации Кубка мира по баскетболу 2022 года среди женщин. В группе А сошлись Бельгия и Пуэрто-Рико. В составе последних была Дженнифер О'Нил, защитник Самары. Пуэрториканки проиграли 65-98. Дженнифер провела на паркете 27 минут, набрала 5 очков, сделала 2 подбора и 2 перехвата. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных!